Ну, сейчас идет вот именно штаб, то у нас мы его сделаем еженедельно сейчас, и как я в начале штаба сказал, это организационный штаб. Мы сейчас намечаем планы работ, к какому сроку, какие мероприятия мы должны выполнить, а следующие штабы будут по четвергам в 10 часов, они будут именно уже по исполнению тех планов и тех заданий, которые мы раздали. Ну, традиционно у нас будут однозначно это елки, искусственные елки у нас будут, большая «Радуги детства». Вторая елка будет в поселке Бор. Мы ставим еще нынче одну елку, ну, зеленую елку ставим в поселке строителей, в сквере Яблочный. Еще одну зеленую елку мы ставим в наш зеленый парк Березовая роща. В поселке Южный там есть живая елочка, высаженная. высажена, мы ее украсим. Вот. В этом году также будут ледовые фигуры. Не буду говорить, какая будет для людей, ну, сюрпризом. Традиционно они также будут и в парке детства, на центральной площади здесь у нас и в поселке Бор. На центральной площади будет все-таки одна фигура. Две, вот сейчас вот перед тем, как не уйти, то есть будет две композиции, они будут с подсветкой. Ну, новогодняя тематика, она прослеживается. Вот, поэтому мы приобрели в этом году новые светящиеся деревья, сакуры, также они будут выставлены, ну, на центральной площади. Отреставрены будут дальше, то есть в других местах выставлены. Мы хотим еще вот с нашими новыми елочками поработать, которые у нас по бульвару Карла Маркса идут в сторону Березовой рощи. Посмотрим, каким образом, пока это мы держим так секрет. Ну, не секрет, но чтобы сразу все не сказать. Но думаем, также хотелось бы больше ребятишкам горок, но, к сожалению, те две горки, которые у нас есть и которые куплены, они сертифицированы. Мы их установим, проведем, то есть у нас заключен уже с компанией, которая ведет надзор, потому что они приравнены к аттракционам, поэтому здесь обязательный сертификат. Вот. Иллюминация, шары. Иллюминации, шары, да, мы приобрели, уже кто-то пресса писал, новые шары, новую иллюминацию на елку. Вот, новую иллюминацию в сквер Яблочный, то есть там будет подсвет. И здесь мы, вот нашу «Радугу детства», освещенность будет абсолютно другая, она будет ярче, и люди, ну, то есть в потемках ходить не будут, праздновать. А елочка в Березовой роще, она тоже будет с иллюминацией, чем ну, украшена? Да. Ну, также мы провели конкурс среди школьников, то есть ребятишки должны изготовить, и мы это все вывесим, там будут, школа проведет конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Ну, это традиционно, наверное, традиционно. Это правильно, да. Вот, и каждый ребенок может прийти с родителями или с друзьями, сказать, а вот это вот моя вот самая выше всех, а моя вот самая красивая. То есть это нормально, так и должно быть. Александр Владимирович, а уже понятно, вот кто будут подрядчиками, кто будет делать ледовые фигуры? Ну, то да, есть контракты заключены? Заключены все контракты, уже заключены и на поставку новогодней продукции, и на изготовление. Это с Гончаровым, с Колепиным, то есть один по установке и оформлению елок, этих новогодних горок, второй по изготовлению фигур. А наши градообразующие предприятия, они будут вот оказывать сейчас помощь? Да, то есть наш штаб, во-первых, мы большую работу сейчас уже проводили, сейчас будем проводить с предпринимателями, с владельцами магазинов, вот, и с предприятиями города, чтобы они тоже, ну, включились, да, в эту работу и, ну, благоустроили, благоукрасили наш город, чтобы нашим назаровцам и гостям города было приятно посетить нас в новогодние праздники.